Мы давно закатали свои чувства асфальтом. Мы давно закатали свои чувства асфальтом. Наблюдаем за миром сквозь стекло и бетон. Мы тотально нейтральны и живем виртуально. И эмоции наши видит лишь монитор. Но доходит до многих, хотя это и трудно. За общение с природой надо будет платить. А уж роскошь общения скоро станет доступна только очень богатым. Прав был Экзюпери. Повезло тем, кто раньше появился на свете, кто в режиме офлайна пообщался с людьми. Ну а тем, кто попозже, тем придется торпедой прорываться сквозь стены виртуальной тюрьмы. Тем придется бороться за возможность общаться не с одним монитором и лицом в фотошоп. За возможность влюбляться, за реальность объятий, за возможность жить страстно и реально, взахлеб. В общем, все как обычно, как в любые столетия. Если хочешь быть вольным, то без риска никак. Повезло тем, кто позже появился на свете. Есть возможность подняться и прославить свой флаг. Существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.